Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео у меня будет снова обзор заказа с интернет-магазина «Василек». Все ссылки на все товары, которые я показываю в этом видео, будут оставлены мной внизу в инфобоксе, а также ссылку на сам сайт. Внизу в инфобоксе разворачивайте, проходите, смотрите. Просто меня часто спрашивают, как купить. Как в обычном интернет-магазине, набрасываете в корзинку понравившиеся вам вещи и оформляете заказ. Я заказываю Почтой России всегда. Почему? Потому что мне так удобно получается. Мне не нужно ждать курьера, мне не нужно никого ждать. Мне приходит уведомление, у меня скачано приложение Почты России, мне приходит уведомление, и по штрих-коду я прихожу в почтовое отделение и получаю. Мне просто это безумно удобно. Вот, по поводу рассылки в другие страны, я имею в виду ближайшие, такие как Казахстан, Беларусь, меня спрашивали и так далее. Девочки, уточняйте на сайте, честно, не знаю. Также по поводу доставки, мне идет 3 дня. Мне идет 3 дня до... Минуя, в общем, у меня идет Ленобласть, и приходит почтовое отделение, я нахожусь в Ленинградской области. И, то есть не через Санкт-Петербург, ровно 3 дня, ни больше, ни меньше, с Иваново до меня ровно 3 дня. Если любое почтовое отправление у меня идет через город Санкт-Петербург, то все, дней 5. Если через Москву, то вообще неделю. Вот, поэтому у меня получается достаточно быстро. Быстрая доставка. По стоимости доставки примерно, если я заказываю, там, допустим, постельное белье или какие-то тяжелые, даже не сколько тяжелые, сколько, наверное, объемные вещи, то примерно доставка 500-600 рублей. Стоимость доставки можно рассчитать на сайте Почта России. Также в интернет-магазине «Василек» есть примерный расчет стоимости доставки, примерный. Но это где-то от 200 до, наверное, 600 рублей, 250, может быть, вот так вот. То есть, если вы заказываете Почтой России, то это стандартная оплата доставки Почты России. Вот, на эти все вопросы ответила. По поводу качества. Нам нравится с мамой качество одежды. Мужская одежда идет маломерка, 100%. Детская, когда как, я так понимаю. А женская одежда, ну вот что-то на маму, то есть большие размеры, бывают маломерки. На меня, мне кажется, не маломерки, даже иногда больше, чем 42 размер. Я себе все время заказываю 42 размер. Но в этом заказе у меня ничего женского нет. У меня все по делу, все, скажем так, для дома и для племяшки. В общем, сейчас покажу вам свой заказ. Итак, вот такой вот у меня получается заказ. Значит, начнем давайте с того, что я снова заказала костюм племяннику. Снова в клетку, но в красную. Он у меня выбрал на сайте сам. То есть я его позвала, он выбрал. И в этот раз у меня... В прошлый раз я с Василька заказывала ему со штанами длинными. Но это тонкий-тонкий хлопочек. Для дома отлично. Он носит сейчас у нас дома, когда вот дождливая погода, когда он не выходит на улицу. Он носит дома, замечательно. Мне как-то написали, что подростки такое не носят. Это одежда для дома, для того, чтобы ходить дома. Он сейчас у меня поедет уже в школу, уже скоро, да, 2 сентября. Он будет носить это в квартире, ему очень нравится, ему очень комфортно. Ему также нравится, что немножко оно большевато. Я снова заказала 50 размер. Это костюм, это все хлопочек, вот так вот сделан тут кармашек, вот такая отделочка, вырез, в общем, он померит, я все покажу вам, и шорты, шорты идут вот здесь вот на резинке с кармашками, очень классно, качественно, на мой взгляд, сделано, и ничего, вот у него костюм, я вам его тоже покажу, он сейчас в нем ходит, ничего не село, ничего не полиняло, все отлично на нем сидит. Так, дальше, своему младшему сыночку в детский садик я заказала ему вот такие вот штанишки. Они не с начесиком, а просто вот такие тоненькие. Я заказала 2 пары одинаковых. Это он у меня будет ходить в садик в самой группе. Но мне кажется, я снова прогадала с размером. Что-то я маленького своего всему длинное заказываю. Ну, ничего страшного, наверное. 2 пары, они на самом деле... Вот, они вот так вот выглядят, как вот сейчас на камеру. Видите, камера немножко отсвечивает. Они такие темно-синего цвета.
Вот такие две пары на завязочках. Качество очень хорошее. Достаточно плотненькие такие, но то есть без начеса, вот в группе, группа недостаточно тепло, как раз самое оно ему будет носить. Так, дальше. Я заказала чехлы на подушки. Появились васильки чехлы различные. Я заказала это на первый этаж. Давайте начнем вот с этих чехлов. Это такой плюш, вообще это называется на сайте плюш велюр. То есть у меня подушечки есть, я просто поменяю чехлы. Боже, какой он мягенький, какой он приятный, вообще просто потрясающе сделано. Вот с таким рисуночком, у меня размер 40x30, здесь вот молния вот такая. Я одену на подушке, вам покажу, как это смотрится. В общем, потрясающие две вот такие вот, что это, наволочки. Классненькие, маленькие такие. Ой, слушайте, мне безумно понравились они вообще. И заказала еще три вот таких вот волосатика, боже мой. Слушайте, тоже такое все мягкое, все классное. Ничего, кстати, не лезет. Совсем, вот видите. Ничего не лезет, классные. Вот они с одной стороны вот так идут, а с этой стороны вот такие. Заказала три разных цвета. Вот эти вот чехлы идут только на большие подушки. Вот такой серенький. Это маме в комнату такой серенький. Ну, не знаю, мама какой выберет у меня. Потом вот такой вот персиковый и вот такой вот еще бежевый. Это большие размеры на большие подушки 50x70, тоже декоративные. И еще заказала вот такой чехол, называется он гобелен у них. Тут, кстати, вот на этих чехлах вот такая молния идет сзади. Ну, класс. Видите, они прям такие вот, вот воздушные, такие маленькие, мягенькие, очень классно. Так, дальше вот такой гобелен, это я тоже на первый этаж. Вот такие вот, вот такую вот замечательную подушечку. Я не помню размер, по-моему, 50x50. Ссылочку вам оставлю. Тоже у нее молния. Вот здесь вот, вот такая потайная молния. В общем, очень мне понравился вот этот чехол. Прямо он такой, знаете, как льняной такой, очень качественный. Все ровненько, нигде ничего не торчит, ничего просто. Ну, мне нравится качество. Так, и нам с мамой я заказала вот такие тапочки. Как-то давно в одном из первых своих заказов я заказывала себе тапочки. У меня были такие беленькие в виде каких-то кисок. На самом деле они у меня до сих пор живы, несмотря на то, что у нас было прохладное лето, и я их носила иногда, потому что у нас на первом этаже кафельные полы. Ну, мы когда включали теплый пол, когда не включали. Вот, но ноги у меня мерзнут все время, поэтому я носила даже летом вот эти теплые тапки. Эти тапочки я ношу и стираю их при температуре 30 градусов. У меня есть такой быстрый режим, 28 минут, 600 оборотов. Замечательно они отстирываются. Единственное, что у меня на тех тапочках немножечко подстерлось вот здесь. Но это просто потому, что я их вообще не вылезаю из них. Я заказала себе еще вот такие собачки. Вот. Ну да, это собачки, да? Или зайчики, не поймешь. Вот такие вот. И вот такие совсем теплые, как раз впереди зима. Девочки, я очень советую вам эти тапки. Они потому что, ну, достаточно недорогие по сравнению с магазином. Идут на 38-40, но у меня размер 39, мне как раз подходят они. И себе еще взяла вот такие розовые тапочки. И мама меня тоже захотела, но она сказала мне не розовые, не белые. Вот я заказала вот такие коричневые, черные. Не знаю, возьмет она себе две пары или одну. Ну, наверное, две вот такие черненькие, тепленькие, потому что мама тоже бывает ноги мерзнут. Ну, как бы тоже надо. Девочкам вообще надо ноги в тепле держать. И вот такие вот коричневые. Они с этой стороны идут вот с такими пупырками. Они не скользят. Даже если вы что-то пролили, на, вот, ну, вот бывает, готовите, да, что-то пролили, допустим, на кафельный пол, и они даже не намокают вот эта часть. Ничего с ними не происходит. Вот сколько я стирала, они мне не порвались, ничего. Сейчас они у меня в стирке, я потом вам покажу их. Вот. Единственное, что вот это вот подсминается, вот эта вот меховушечка, ну, это как бы как везде, как у всех. Тапочки очень советую, очень классные. То есть мы с мамой теперь будем вот такими теплыми тапочками. Там еще есть валеночки, но валеночки я, наверное, в следующий раз такие, ну, как носочками такими, да. Вот. И еще мальчишкам своим я заказала два комплекта одинаковых постельного белья. Я заказываю двухспальное, потому что у меня одеяло и
Сами кровати у мальчишек большие, практически двухспальные. Простынь, конечно, великовата мальчишкам, но это хорошо, потому что я ее подгибаю под матрас, и она не вылезает, ничего не происходит. В общем, я сейчас тоже распакую, разверну, покажу, какой, ну, очень красивый должен быть. И я всегда заказываю поплин, я не заказываю бязь, потому что бязь сама по себе такая ткань достаточно тонкая, я ее не люблю. Я люблю поплин и сатин, мне еще нравится. Вот, так что вот такие два комплектика, сейчас разверну, покажу вам. Так, вот костюм, который я заказывала в прошлый раз. Да. Вот, и стирала уже несколько раз, и как вы видите, с ним ничего не случилось, он ему очень нравится. Да. Вот, сейчас будем мерить новенький. Угу. Модель номер один у нас. Вот штаны, правда, уже в коте испачкали. Да, штаны длинноваты моему маленькому, вот, ну ничего страшного, да, оставлю их все равно, на следующий год поношу, да. Да, нравятся штаны? Да, все, свободен. Свободен. Так, а вот мой племяш. Это снова 50 размер, видите, сидит очень даже хорошо. Тебе нравится? Да, вообще огонь. Огонь. Это, да. Это надо снять. Вот. Он ходит в этом дома. Я уже говорила. Вот, ему очень нравится. Это так и должно быть, да? Да. Красавчик? Да. Итак, вот я расстелила постельное белье, которое заказала мальчишкам. О, слушайте, какое оно классное. Во-первых, вот эта ткань, ну даже видно, видите, она немножечко блестит. Очень оно такое прям шелковистое. Все ровненько, все строчечки классно. И вот это вот пододеяльник, с другой стороны, он вот такой светлый, как простынь, посмотрите. Вот простынь, она идет просто со светлыми вот такими, как это, веточки рябины, что ли? Вот, листиками. А с этой стороны они идут, видите, такие белые, серые и вот такие вот оранжевые. И на подушках тоже оранжевые есть и вот такие вот беленькие. Качество просто потрясающее. Оно мягенькое-мягенькое. Вот у меня, кстати, сейчас у детей застелено, я тоже покупала вот такое, видите. Тоже хорошее, качественное постельное белье. Так что я очень советую постельное белье, тем более цена его, ну вообще, как бы для такого качества просто потрясающе. Оно такое мягенькое, нежненькое, ну просто супер. Надо будет в следующий раз нам с мужем тоже комплект взять. Вот такое вот у нас получается. И второе, оно точно-точно такое же. Так что прямо такое мальчишечье, ну на мой взгляд мужское такое. Хотя я бы и себе бы такое бы тоже бы купила бы, вот. Так что, мальчишек, вот такие обновочки. Вот, кстати, одела чехол на подушку. Это стандартная подушка 50 на 70. Слушайте, какой он классный вообще. Видите, какая просто красота. На самом деле, камера передает его как бежевый. Но это такой он светло-светло-серый цвет. Прикольно. Вот маме как раз здесь на ее кровать. Но это скорее даже больше не для мамы, для мальчишек, конечно. Вот любит мама тусоваться. Вот. Слушайте, он такой... Такая прелесть, вообще классно. То, что мама приедет, у нее тут и тапочки, и новая подушечка. А я, кстати, вот уже одела вот эти тапочки в виде собачек. На мне, кстати, сейчас костюм, который тоже заказывала в Васильке. Вот тоже с ним ничего не произошло. Классный, мне очень нравится. Я тоже люблю этот костюмчик носить, тоже в клеточку. И вот такие вот тапочки. Но они, кстати, мне свободные. То есть они на широкую ногу подойдут. И на размер даже 40, я думаю, спокойно. Да? 41 не знаю, но вот 40 точно. Спокойно можно у них. Вот. Ну и 38, мне кажется, тоже нормально подойдет. Просто 38 размер будет такие свободненькие немножко. Так что классные, классные тапчули. И вот так вот смотрятся вот эти чехлы. Вот я их сюда положила на... кресло одно и второе. Подушки, правда, там расправятся, потом будет симпатичненько. И вот большая подушка. Племяш тут уже в костюме сидит. И одну вот такую, которая персиковая, я вот сюда, а вот эту вот, которая такая бежевая, видите, та более такая желтая, это более коричневая. Вот. Я ее к нам в комнату. А вот здесь вот, где вот мы кушаем,
Я вот эту вот большую подушечку положила. Очень, мне кажется, симпатично. Это мои картины, которые, да, в рамки я так и не поставила. Ну, пока что. Вот. И вот так вот выглядит подушечка. Мне кажется, очень мило и симпатично. Да, Никитос? Да. Да, вот. Племяшке тоже понравились. Племяннику только вот эти не понравились. Говорит, отстой. Ему понравилось вот это мягкое. Да. И диабеденный стул. Да. Вот. Вот такой у меня зловред. Да. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Не забывайте, что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе. Вот, кстати, футболка, правда, извините, я тут вся в коте, я пытаюсь вычесать своего кота рыжего, потому что у него уж колтуны начинают образовываться. Он дико это не любит. В общем, поцарапал меня тут и сама вся в шерсти уже. В общем, не забывайте, что все ссылочки я вам оставляю внизу в инфобоксе. Вот эти вот, кстати, чехлы очень классные. Очень мне понравились. Они такие мягенькие, классные, вообще супер. Ну и племяшка мой доволен, так что, может быть, потом ему еще закажу ему какой-нибудь костюм. На самом деле, эти костюмы домашние, они стоят, вот футболка с шортами, 500 рублей. Обычно, ну, 500 чем-то там, да, они стоят. Ссылочки я оставлю, посмотрите. Обычно такие вот, ну, футболка на 300 рублей, да, там, самая дешевая, и шорты 500 рублей, самые дешевые, ну, 400 рублей. А так здесь сразу для дома вообще супер, он как бы, ну, придет к нему девочка, переоденется, вот. Так что не забывайте подписываться на мой канал, оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч!